Уверен, что перинатальный центр очень востребован. Он будет на 200 коек. Но что такое перинатальный центр? Это именно только сложные роды. Именно какие-то патологии, аномалии и так далее. То есть все, у кого все хорошо идет, они в перинатальный центр не поедут. То есть задача сохранить каждого ребенка. Вот у нас и так детская смертность невысокая, но надо ее вообще практически уменьшить до нуля.